Приветствую вас, друзья, товарищи. Думал, снимать, не снимать. В общем, распаковочка Honor 6X. Буквально только что приехал курьер, привез. Я быстренько покажу. Я знаю, что, скорее всего, здесь он не в упаковке, а в таком рекламном сэмпле. Специально для блогеров, тех, кто занимается вот этим всем по распаковкам и обзорам гаджетов. Очень быстро курьером, а для вас, соответственно, бесплатно тоже доставка курьерская по России. Ссылки на товар будут в описании под этим видео. Вот так вот это все приезжает. Такой картонной немножко упаковки. Что сказать, надежд на этот смартфон очень много. Говорят, что это хороший среднебюджетный смартфон с двумя камерами. Это основная фишка этого смартфона, что здесь две камеры. И, конечно же, я буду тестировать, будет отдельное видео про камеры и будет полноценный обзор данного смартфона. Обзор так, как я умею его делать, соответственно, могу, умею. Так, у вас будет коробочка, зарядка, все вот это вот. У меня же это просто пупырка. Хорошо упаковывает. Есть просто вот такой вот конвертик, и внутри такая крафтовая немножко бумажка. И внутри у нас должен быть сам смартфончик. Просил темного цвета, в темной расцветке, какой есть максимально темный. Не знаю, что на самом деле прислали. Решил записать. Все-таки не так много видео на канале. Да, друзья, Space Gray, черненький впереди и темно-серенький сзади. Очень сильно гармонирует с моим новеньким MacBook'ом. Ну что можно сказать по поводу этого телефона? Детально посмотрим на его внешний вид в распаковочке. Металл, пластиковые вставки, надпись Honor, диагональ 5,5 дюймов. Вроде должен хорошо смотреться в руках. Сразу хотелось бы отметить такие покатые края, то есть закругления идут. Вот было бы хорошо, если бы с этой стороны еще так было. С этой стороны присутствие 2,5D, есть олеофобное покрытие. Конечно же, сканер отпечатка пальцев, двойной модуль камеры, светодиодная вспышка. Спереди у нас, точнее сверху, 3,5 джек, микрофон, снизу микрофон, дополнительный микрофон, динамик точнее. Что у нас еще есть? Клавиши включения-выключения на правой грани, здесь регулировка сдвоенной громкости, ну и лоток для сим-карт. Даже нету скрепочки под рукой, чтобы вам показать. Давайте попробуем включить. Впереди передняя 8-мегапиксельная камера и надпись Honor. Такой, можно сказать, инженерный, ну не инженерный сэмпл, а тестируемый сэмпл. Сейчас быстренько загрузим и посмотрим на быстрое действие первых впечатлений. Ну что я могу сказать? За 15 тысяч, по-моему, 15 900 или 16 900, сейчас по акции вроде как день рождения Huawei, можно 2000 сэкономить и купить его ровно за 15 тысяч рублей. В принципе, металлический, если вы не хотите Xiaomi, если вы хотите поэкспериментировать с двойной камерой. Здесь все очень просто, Emotion UI, NFC вот включен, значит, есть, будет работать. Я этим смартфоном буду пользоваться как основным в течение как минимум 10-14 дней, может быть чуть больше, чтобы вам рассказать о своих, скажем так, ну, сделать полноценный обзор и высказать всю точку зрения по поводу данного смартфона. Ну что ж, давайте посмотрим на камеру. У меня здесь есть заранее приготовленный пирожный от Барни. Абсолютно никаких настроек я сейчас не делал. Я думаю, что это можно будет сделать позже в настройках. И мы получили вот при, в принципе, среднем цвете. Давайте вам, наверное, слишком вот так вот сделаем. Слишком отсвечивает дисплей. Вот такая вот фотография получилась. Ну и, конечно, это, блин, далеко не тесты камеры. То есть делать по таким фотографиям — это, конечно же, полный зашквар. Нельзя сейчас производить такие тесты прямо с рук. Я к этому пришел спустя 3 года ведения канала. Но это распаковочка. Давайте послушаем звучок. Первое впечатление. Знаете, смартфон чем-то он мне напоминает Xiaomi. Как ни странно, чем-то он мне напоминает Xiaomi. О телефоне сначала посмотрим, какая версия прошивки. Android 6.0 и Motion UI 4.1. Я думаю, что если сейчас подключиться к Wi-Fi, он подхватит какое-нибудь обновление. Сканер отпечатка пальцев. Вот у нас есть экранчик. Что можно делать с экранчиком? Можно здесь цветовую температуру расширить. Давайте здесь поставим, чтобы не засыпал после 30 секунд. Послушаем звучок на 2 сим-карты. Конечно же, смартфон поддерживает работу 2 сим-карт. Ой, вы знаете, хорошо, хорошо. В общем и целом, что можно сказать? Motion UI, можете поставить любой удобный для вас лаунчер и сменить эту всю заставку. Ну, настройки, конечно, останутся. Достаточно неплохой процессор, достаточно посредственная пока на первый взгляд камера, но будем тестировать и высказывать свое мнение по поводу камеры. Еще раз вам напомню об этом, что будет отдельный ролик. Друзья, первое впечатление
На четверку, такую на твердую четверку, каких-то супер эмоций у меня нет. Сканер отпечатка пальцев, да, 15 тысяч рублей, это получается $250. Ну что ж, это компания Huawei, она имеет право ставить такие ценники. Если вам понравился внешний данный смартфон, если вам достаточно моего мнения о том, что он как минимум стоит этих денег, то, конечно же, ссылочки на товар будут в описании под этим видео. Обязательно подписывайтесь на нас в социальных сетях, есть группа, все ссылки в описании, ВКонтакте, там инстаграмчик есть, для кого оставляю, непонятно. Вам большое спасибо, что посмотрели до этого момента. Кто, кстати, посмотрел, еще раз напоминаю, об этом пишите в комментариях. Досмотрел до момента, когда я говорю, что вы красавчик, молодец. Пишите об этом, еще раз повторяюсь, в комментариях. Совсем-совсем запутался, потому что утро субботы. Пора уже идти тестировать данный смартфон, вставлять свою сим-карту, потому что сейчас я пользуюсь вот такой вот прекрасной моделью Nokia. Потому что жду iPhone, жду Samsung и жду вот это вот все. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал. Пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru, там вы найдете рекомендации по скидкам, купонам и вот это вам все, что есть в интернете, я нашел специально для вас. А Huawei Honor 6X мы распаковали.